Свердловская область готовится к кинематографическому празднику – акции «Ночь кино». В этом году кинолюбителей ждет расширенная программа. Число площадок достигло 168. Кинотеатры, библиотеки, парки и дома культуры откроют свои двери для зрителей. Всего 61 муниципалитет. Торжественное открытие запланировано на 24 августа в Доме кино. На всех территориях, если нет даже центра культуры в маленькие муниципалитеты, то есть библиотеки. В библиотеке тоже будут принимать участие в акции «Ночь кино» и показывать фильмы. Специально для них специальные форматы будут предоставлены, копии фильмов. Поэтому везде люди на местах, работники культуры стараются как-то удивить. Жители региона смогут насладиться популярными фильмами последних 2 лет. В список вошли комедия «По щучьему велению», приключенческий фильм «100 лет тому вперед» и военная драма «Воздух». Особое внимание уделено малым населенным пунктам. Там тоже пройдут показы. В Екатеринбурге будет работать 14 площадок, среди них 4 под открытым небом. Эксперты уверены, в этом году мероприятие привлечет более 40 тысяч зрителей. Вход на все показы будет свободным. Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводит Министерство культуры РФ совместно с Роскино. В нашей области всероссийскую акцию курирует Свердловский областной фильмофонд. Регион участвует в акции с 2016 года. За 8 лет ее зрителями стали более 224 тысяч уральцев. Событийность, вот она как бы присутствует вот именно ситуации показа в кинозале. И вот «Ночь кино», она способствует тому, чтобы это искусство кино, именно ситуация кинопоказа, она была возрождена, интерес к этому событию. И вот с 2016 года эта «Ночь кино», она набирает интерес, приобретает своих поклонников, зрителей.